Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами Vivo V20, и в данном видеоролике мы вам покажем, как настроить разблокировку по лицу на этом телефоне. Делается это в настройках, поэтому мы заходим в настройки. В настройках листаем вниз до пункта «Безопасность» и переходим в него. Дальше у меня здесь уже добавлено лицо, давайте я его удалю, и мы покажем, как это делается с самого начала. Очистить данные о лице. И давайте заходим. Когда мы нажимаем на пункт «Лицо», нас просят ввести действующий пароль или графический ключ. Если у вас нету ни пароля, ничего в данный момент на телефоне, то вас здесь попросят создать новый. Мы создаем или вводим действующий, после чего нам предлагают здесь добавить свое лицо, но сразу предупреждают, что этот пункт не такой безопасный, как, к примеру, отпечаток пальца или пароль, потому что ваше лицо можно подделать с помощью вашей фотографии и видео с вами. Или человек, очень похожий на вас, к примеру, какой-нибудь брат-близнец, сможет без каких-либо проблем разблокировать ваш телефон. Если вам это не страшно, тогда обязательно перед тем, как сканировать свое лицо, убедитесь, что вы находитесь в комнате с хорошим освещением. Не советую вам сканировать ваше лицо на улице, потому что свет может сильно перебить вас. Ваше лицо все равно будет просканировано, если вы будете сканироваться в темноте там, и так дальше. Но потом, в будущем, ваше лицо будет в разы медленнее проверяться датчиками, и из-за этого советуем вам сканировать лицо в хорошем освещении. После чего нажимаем «Начните» для добавления и показываем здесь свое лицо. После этого у нас ставится галочка, что лицо было просканировано. Нажимаем «Ок». И на этом все. Зайдя в пункт «Лицо», еще раз, мы уже видим настройки лица, разных функций здесь. Мы можем включить или выключить разблокировку по лицу на данном телефоне. Также советую вам убрать галочку «Оставаться на экране блокировки после разблокировки». Если у нас здесь стоит галочка, то теперь, как телефон видит наше лицо, он убирает замочек, видите, вот в верхней части экрана, но телефон, чтобы разблокировать, нужно еще дополнительно свайпнуть. Если убрать здесь галочку, то теперь, как только телефон увидит наше лицо, он сразу разблокируется, то есть не придется еще дополнительно свайпать. И на этом будем заканчивать. Больше видеороликов про этот телефон найдете у нас на канале, так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.